Да, не беременна, да. Она ходила в сауну, но она не знала, что беременной в сауну ходить нельзя. Да, Тань? Здравствуйте. Купи тест, Таня. Так она уже ХГЧ сдала. Когда ты начнешь строить отношения? Я рассталась 2 месяца назад, ребят. 2,5. Успокойтесь. Блин, знаете, как я люблю сидеть вот так вот? Пяка пикут. Пяка пикут, а не пяко. Ты классная, спасибо. Что делать будете сегодня, не знаю. Давайте, пожалуйста, интересный вопрос, умоляю вас. У меня сзади, кстати, бардачок, но ничего. Танюша, ее малышу здоровья. Че врешь? Тань, говорят, у тебя давление. Ага. Скажи спасибо на эстонском языке. Айта. Какие карлики, гномики? Как думаешь, справлять Новый год? Не знаю, мне очень все грустно, и вообще не надо меня об этом спрашивать. Как будто его нет. Сколько у вас время? 16:22. По бесу скучаешь? Нет. Можно вопросы про бывшего не задавать. Пожалуйста. Какие языки знаешь? Эстонский, русский и немножко английский. Типа в экстренных ситуациях я нормально так лялякаю на английском. Сколько лет? Мне 20 лет. Почему у меня вот тут пачкается от подводки глаз? Мы были вчера на 5 углов. Там ничего интересного, ребятки. Поговори на эстонском. А что на эстонском мне говорить? Спасибо, что показали снег и мороз. Пожалуйста. У меня ретейнера. Ага. И тут. Какой цвет машины у тебя будет? Еще не решила. Я хочу очень сильно себе Мерседес CLA. Вот. Но я все время попадаюсь на Бэху X6, но она для меня какая-то огромная, кажется. Ну, просто я за ней ни разу не ездила, я не знаю, я не водитель, не разбираюсь. Но из-за того, что она большая сама по себе, такая по габаритам, как мне кажется со стороны, мне страшно такую брать. Но если у меня вдруг будет BMW, то она будет металлическо-синего цвета. Мерседес у меня будет, наверное... цвета мокрого асфальта. Буду, не буду.
Автомат или механика? Автомат. Не вижу смысла учиться на механику, потому что я все равно за такую машину не сяду. И даже если будут, как мне говорят, какие-то обстоятельства, что надо будет за такую сесть, я просто не сяду, закажу такси. А если будет зомби-апокалипсис и будет только механика, значит, я умру. Что за помада? Банана Бьюти. Самые офигенные помады, которые я только знаю сейчас. Ой. Заскриньте. Сейчас у меня на губах кофе, плиз. У меня нет никакой мечты. Цвет кофе, плиз. Я вчера сдавала на права. О, а вы сдали, не сдали? Привет. С братом, сестрой увижусь, когда границы откроют. Это помада, вы можете, я скоро выставлю конкурс. Вы сможете выиграть. Буду, не буду, я тебя забуду. Наращивать волосы не собираюсь пока что. Ты такая красивая, спасибо. Ты любишь русскую еду? Да. Таня что готовит? Таня не готовит. Таня лицо готовит. Красится она. У меня брат и сестра. Дома с такими когтями, да. Они в темноте светятся. Кстати, знаете, что я подумала? Это будет очень мега тупая мысль сейчас. Смотрите, мне кажется, то, что я накладываю макияж на кожу, лица ей теплее, чем без макияжа. Kas Venemaal verivorst ja mulgikapsast on? Ma ei tea, ma arvan, et verivorsti on, aga mulgikapsast pead ise tegema. Kui 24. Ai, ma ei saa. Ma tahtsin siin teha neid jõule, aga 24. Mul on, mul on seal vaja. Ma ei mäleta, kuidas on eesti keeles snimat video. Я по нации русская. Я русская. Мне не с кем отмечать НГ, ни у кого нет никаких планов. У тебя с этими стрелками глаза косят, поэтому я не очень люблю стрелки. У меня всегда косят глаза со стрелками. И тут я сделала растушевку, потому что у меня там было очень криво все. Я взяла лайнер, который очень неудобный. Случайно. В Москву во вторник. Я никогда не говорила, что я эстонка. У меня мама в Адлере родилась, как я могу быть эстонкой?
С детства говорю на русском. Фамилия мамина. Нет, мне было не страшно, что прям лед подо мной трескался, потому что эта лодка ходит по воде и по земле. Ой, фу, и по льду. И, кстати, на этой лодке по водопадам забираются. Ты красотка, спасибо. Кстати, сегодня ночью я уже спала, и мне приснился сон, что я как будто смотрю в окно, и я вижу внизу стоит человек, силуэт человека. Я от страху проснулась, испугалась, посмотрела телефон, выключила его, и тут мне написал человек, от которого я вообще не ожидала сообщения. В 4 утра он написал. Это, кстати, написал мальчик, который мне нравится очень сильно. В Эстонию попало так, что мама переехала туда с бабушкой. Сколько операций пережила за 20 лет? У меня одна операция была на грудь и на зрение. Куда сегодня поедете? Никуда. Зачем такой красивой родилась? Спасибо. Буду, не буду, я тебя забуду. Отчество какое у тебя? Нет у меня отчества. Ой, вы слышали? Я как вдохнула себя. У меня там типа не рыгание произошло, а воздух застрял. Он знает, что он мне нравится. Алло. У меня операция на зрение была методом Smile. 205 тысяч такая операция стоит. Вот, очень красивые ногти. Какие планы на НГ? У нас даже снега нет. Сама знаешь, нашу эстонскую погоду. Да, эстонская погода ужасная. Планов на Новый год нет вообще. А у вас в Эстонии все закрыли, да? Вот, что касается... А на что я отвечала? Я забыла уже. Блеск еще раз. Это не блеск, матовая помада. Банана Бьюти. В упряжке с хаски стоит покататься 1500. Сидела с тобой в одном зале в кинотеатре, так побоялась подойти. Круто. А, вот, операция на глаза. Тебе капают специальные капли в глаза, которые просто делают глаза деревянными. Тебе вставляют расширитель. Если это методом Smile, туда светит лазер. После лазера тебе вытаскивают фолликулу, и все, и ты сразу видишь идеально. Я поправилась не только на лицо, я, в принципе, поправилась на 5 килограмм, на 6 даже. Зачем мне вакцинироваться от короны? Я этому мальчику нравлюсь, но отношений не может быть. Зрение у меня 150%. До операции было минус 4,5, хотя я думала, что у меня минус 3,75. Привет.
Сколько ты сейчас весишь? 56 килограмм почти. Ты рада, что поправилась? Конечно, я здорово выгляжу. Почему дома сидите? Не знаю. Ой, как болит. Ай, как болит. Если ты скучаешь, позвони. Ай, позвони. Ладно, ребятки. Я вот дома, а я с вами уже побыла тут целый час. Даже полтора где-то. Все, всем пока. Всех обнимаю.